ждет нас опять незаконные работы на территории ОПТ, в районе Лысой горы. Вот, и опять вот, значит, нам пришли. Смотрите, смотрите. Помогите! Убивайте! Помогите! Помогите! Смотрите, вбивают людей. Убивают людей, малолеток трогают. Малолетка трогают. Почему? Вот. Он нападает, это было нападение. Вот, вот так вот, значит. Почему вы не толкаете? Как это толкают? Малолетка. Домашнее задание подсел. Так, вроде не делал дома, но вроде дома. Конечно, конечно. В каком классе? Я не в школе даже. Смотрите, прям работает над... Господин хороший, вы работаете прямо над головой человека. Вот смотрите, что делает. Он прикасается, трогает женщину, девушку. Прикасается, трогает девушку. Вы работаете там, где стоит человек. Вы можете сейчас задеть человека. Вы можете сейчас задеть человека. Я не подхожу. Видите, я стою в сторонке, вас просто предупреждаю. Я вас просто предупреждаю. Я журналист. Я не вмешиваюсь. Я просто вам говорю, что вы сейчас опасно работаете. Все. Ну. Это пиксель, да? Хорошо фоткают. Вот. Я вообще не вмешиваюсь. Я просто вас предупредил, что вы сейчас находитесь, что это опасно. Да. Идет, пускай гуляет, вот, по дорожке. Подождите, а это тоже дорожка, если на то же пошло. Это дорожка. Вот, смотрите, смотрите, щупает ее, трогает, посмотрите. А почему вы пристаете? Смотри, девушку трогает, смотри. Ни в коем случае. Я ее не трогаю. Так, Лен, ты считаешь это сексуальным домогательством? Считаешь? Считаешь. Все. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Вы по карману лазите? По карманам. Ну. Вот, смотрите, прямо над человеком. Посмотрите, что творят. Смотрите, что творят. Смотрите, смотрите, двое уже на одного. Смотрите, девушку там щупает за груди. Кто щупает? Вот. Вот я вижу, так а вы не загораживайте, пожалуйста, наоборот, вы сейчас мешаете мне. Убирают, вы загородили сейчас мне камеру, это 144-я часть 2. Я вам отвечаю, Уголовного кодекса. Я стою, я гуляю. Я журналист, я вам сказал. Вы сейчас мне мешаете съемку. Вы мешаете мне съемку. Говорите, мы гуляем. Вы мешаете съемку. Я вас не трогаю, и вы стою в стороне и снимаю происходящее. Вот и все. Вы сейчас мне мешаете съемке, а это уже нарушение. Надя, объясни, все ты все документы видел, все порядок, что лезет? Да они больные на голову. Так, вот он сейчас еще на камеру сказал, что мы больные на голову. Кто-то больной на голову. А, журналисты больные на голову. Класс. Оскорбление личности уже пошло. Класс. Ну. Оскорбление личности уже пошло нормально. Пожалуйста, куда-нибудь. А, он сказал сейчас больные на голову? Да. Я не ослышался? И на камере тоже, наверное, это будет слышно. Все. Отойди в сторону, я тебе спокойно объясняю. Отойди в сторону. Я здесь гуляю. Гулять, что здесь? Место хватит. А подождите, а вот тут кто-то влезает и говорит, что это самое. Вот сейчас будет, смотрите. Смотрите, вот. Вам же в том году такие же выдавали. Ты полицию вызываешь? Да, полицию. Полицию вызываешь? Хорошо. Хорошо, на утро соли. Ну вот. Никого не звонит. Добрые, хорошие ребята. У нас дежавю. Опять пришли какие-то граждане, которые говорят, что они тут просто гуляют и никого не пускают. Понимаете? Я правильно понял, да, как бы, Ир? Ир, Ирина, я правильно понял, что здесь сейчас повторяется история с Печушкиным? Ну, очевидно. Ходят какие-то граждане маньяки, и какие-то маньяки пристают к людям. Почему? Я так понял? Ну, это похоже на то. Похоже, это да? Падение, то есть понятно. Хватает женщин там за груди. Да, 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 хватает женщин за груди, да, и там да, подобное. Она по трактору упала, ее, блядь. А подождите, а трактор здесь не должен быть, на самом руками деле. Печушкин, вы сравнили, у вас, наверное, все... Я сказал, я предположение сделал, вообще-то. Ты пресса. Вот я и говорю, я не влезаю. Все, а потом жилетик ты снимаешь и падаешь щучкой, да, вот так.
Я сейчас пресс, и я стою просто. И заплыв делаешь, да? Ну, я стою, ничего не влезаю. Я просто снимаю, спрашиваю вопросы. Вот задаю вопросы жителям. Да, как бы. Вот, извините, житель, а скажите, пожалуйста, вам не напоминает ничего вот эта ситуация? Ты не сочиняй, а? Ладно. Житель. Не надо эти сказки рассказывать. Вам не напоминает эту ситуацию? Что это такое сейчас происходит здесь? Сейчас происходят незаконные работы. Нет, и люди нападают просто какие-то. То есть вы шли просто по дорожке, да, как бы? Вы хотите гулять в лесу, да, пройти мимо, а вам не дают это сделать, правильно? Меня начинает отталкивать. Серег, ставь фрагмент, вот я тебе скину, как он просто гуляет. Скинь. Ладно, вот. Ты же его все равно не ставишь. Ты же пресса, ты должен быть на нейтрале. Елена, дискомфорт получили, когда вас трогали? Получили. То есть это вам ничего не напоминает? Нет, это напоминает вдвойне. Вот сейчас я думаю, что эту дорогу делают к мемориалу Пичушкина. Нали заказывали? Где же вот буквально 20 метров, и там канализация, куда скидывал он свои трупы. Это станция. Да, и как раз туда ведет эта дорога. Серые схемы, знаете. Класс. Серый рынок, типа, да. Ну вот. Я думаю, что здесь мемориал будет. Ты не записал, не слышал? Они вот тоже вызвали полицию. Именно свою полицию. Свою полицию? Да, видимо, будет как 8 ноября было на КСК. Когда они подкупили какую-то там полицию, часть, не кого-нибудь там подкупили, кого-нибудь. Признаки были. Да, ну, скорее всего, да. Были признаки, и как бы она просто приехала, и все повязала, даже без разбора. Ну, тогда у тебя приедет две полиции, мы тоже вызвали. Мы свою вызвали полицию. Сейчас будет интересно. Разборки. Тогда для меня, как для журналиста, это вдвойне будет интересно. И нас запакуют, мы этому не удивимся, потому что это уже проверенная схема. А за что? Ни за что. А мы посмотрим, за что. Вот именно, что если ни за что, Сергей, без объяснений, это явно будет говорить о том, что это... Ну, пожалуйста, сударь. Задавайте мне вопрос, я буду отвечать. Сударь, пожалуйста, а что вы тут делаете? Мы здесь гуляем. Гуляете? Ну, я вот тут видел, сейчас вы приставали к девушкам. Нет, я к девушке не мог приставать. Ну, к мальчикам, к мальчикам приставать. И мальчика, и девочка отодвинул, чтобы, не дай бог, попали под ковш. А где здесь ограждение? Ограждение? Да, вот если работает тяжелая техника, должна быть ограждение, правильно? Да, но просто... Ну, а почему нет ограждения? В силу того, что ковшом может задеть это ограждение, подождите секундочку, ну, по идее, это должно быть ограждение по всем правилам, по всем законам, да? Ну, мы учтем. Первое, второе, ни одно дерево не огорожено деревянными... Предметами? Нет, не надо огораживать, как просто это? Надо площадь огораживать. Это по закону. Мы учтем критику, и в следующий раз мы примем все меры. Тогда дается обещание, что вы не полезете, если все будет законно. Вот если мы вот все сделаем по закону, вот все вот так ограждение, все, уже не будете лезть? Ну вот, ограждение, но ограждение должно быть по закону, понимаете, деревьев. Сергей, мы учтем критику. Да, да, как бы и... Мы всегда принимаем к сведению. Ой, понятно, спасибо вам большое. Вот у нас опять ведутся незаконные работы. Вот, смотрите, сейчас опять будут приставать к людям. Вот. Там еще пристают девушки. А там сзади девушка. Там сзади женщина. Ребят, чтобы этого не было, надо просто туда, с той стороны встать и сделать пикник. Вот и все. Как мы в прошлый раз делали? Я вам пирожки наготовлю. Ален, вам никто не запрещает делать пикник на территории леса. Ну вот. Вон там еще видно, так торопится. Тоже помощники? Не знаю, за кем следить, смотрите. Вон. Смотрите, вот опять пристают к девушке. Вот, смотрите.
Смотрите, вдвоем, на одного, на ребенка. Вот, смотрите, что творят. Смотрите, что творят. Смотрите. Вот человек гуляет, а его прямо останавливают и не дают пройти. А что вы трогаете ребенка? А как тут здесь? Он имеет право ходить, но не нет, какой-то запрет тут есть на хождение в лесу? Вот вопрос. Тогда нужно стройплощадку оформлять грамотно. Да, огораживать ее, огораживать деревья. Вот, смотрите. Лена, зачем вы трогаете Лену? Отпустите человека. Давайте посмотрим со стороны, что там творится. Смотрите. Молодой парень. Лена, хоть ручки все. Вы работаете? Да. Что вы ее за руки? Вот смотрите, вот трогает за руки. Я просто вижу, что она хочет. Зачем вы меня трогаете? Молодые люди, отойдите в сторону, идут работы. А где здесь указано, что работы идут? А где здесь? Отойдите в сторону. А скажите, а где вот здесь написано, что здесь идут... Вы работаете. Где здесь ведутся работы? Покажите мне, пожалуйста. Ну, а где здесь написано, что здесь ведутся работы? Скажите, пожалуйста, мне. Ладно, какие работы? Нет, ну просто здесь вот должно быть указание, что ведутся работы. Конечно. Должно быть ограждение. Должны быть деревья ограждены. Да, как бы, по идее-то, по всем правилам закона. И нигде не написано, что здесь проход запрещен, что здесь ведутся работы. Дело даже не в этом. Вот они год мучили ту дорогу, поставили столбы. Зачем? Мы проводим электричество. Это чтобы птичек убить. Вот они провели Зачем электричество. Вы проводите? Чтобы а ты наркошек... в каждой фразе находишь какое-то вот черное что-то такое, да? Так это и есть. Наоборот, люди хорошие. Чтобы это так о, и есть. Хорошие, стоят эти столбы. Это не люди ходят с колясками. Говорят, люди с колясками вон там ходят и очень довольны. Перебивайте дальше, у вас и хорошо там... это получается. Тише, тише, тише. Ну не груби, старт. Вы, да, на тон пониже. Вы тоже очень громко говорите. Это чтобы вы услышали. Я хорошо слышу, я не глухой. Мне не надо. Не... Ир, я прям сильно собаки люблю. Да. Вот у нас еще один защитник пришел. Вот он. Опомнись, а то поедешь. Куда? Сюда. Сами знаете. Так, что вызвали-то? Вызвали полицию. Пойдем. В очередной раз. Они вызвали какую-то свою полицию, как я понял. Мы вызвали свою. Вы не боитесь, что это вы гуляете или на месте? А вы сейчас будете нарушать уже УАТ. Вы уже сейчас будете нарушать УАТ. Наши местные жители, как они говорят, активисты, нам мешают работать, препятствуют работе трактора. Какого трактора, я не пойму, что он здесь находится, этот трактор, вообще, на каком пути? Я здесь постоянно, я гуляю. Так ты гуляешь? Помоги! Эй, в нападении! Ой! Смотрите, как они щупают малолетку. Посмотрите. Ты зачем нападаешь? Я тебе сказал, сейчас будут вести. Ты что меня трогаешь? Я тебе сказал, здесь не ходи. Я могу. Здесь ну, не ходи. А подождите, а что он? Ты не гражданин Российской Федерации? Ты меня трогаешь. То есть ты не имеешь права ходить. Смотри, что делает. Он толкает и бьет. Пишешь заявление. Но это было нападение, мне было. Ты что? Смотрите, за ты что они делают? Смотрите, что делают. Смотрите, Лену щупают там вообще. Смотри. Ты что орешь? Смотри, что делает, смотри, что делает. Ир, я не могу снимать двух сторон. Тут они на Лену нападают. Я не влезаю. Кстати, от курения эта штука? Нет? Пока нет. Ну, я пока перехожу на нее. Вот давайте посмотрим, что нам обещали. Вот они, корни все разрушенные. Вот они, испорченные все корни. Так, давайте смотрим, снимаем. Нападение опять на людей. Смотрите, смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Ай! Ты зачем мне...
Смотрите, смотрите, прям едет на человека. Смотрите. Вот. Штраф не получил. Ай, ай, помогите. Смотри, что делает. Один старается здесь загородить. Идите, я. Он тебя ударил? А? Он ударил его? Ударил в грудь? Он в грудь ударил тебе? Плохо, потому что ты газ не дышишь. Потому что ты не хватит. Это его нападение. У меня сколько раз вот так, как у меня за шею хватало. Мне уже плохо. Очень нервно щупает, вот посмотрите. Вот смотрите. Смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Смотрите. Как он ему приятно, как он щупает женщину. Посмотрите на него. Ну вот смотрите, как он щупает женщину, как ему это приятно. Смотрите. Как ему приятно, как он щупает ее. Смотрите, что делает, творит. Пристает к женщинам вовсю. Иван, ну что ты в сторону откинуть не можешь? Господи, ну. Смотрите, уронил женщину. Не уронил. Это уже провоцирует. Серега, ты тоже от ковша отошел в очень сторону. Дайте мне пройти. Помоги. Смотрите, что делать. Смотрите, что творят. Смотрите. Зачем? Зачем ты лезешь под технику? Тебе что, жить надоело? Тебе жить надоело? Вы сейчас добавили девушку. А где ограждение чуть не доело? Вот смотрите, вот он меня трогал. Вот. Он меня трогал. Он меня вот так ограждение, без всего. Отойди от техники. Смотри, не трогайте меня. Отойди. Не трогайте, отпусти. Зачем ты лезешь под технику? Я сейчас не лезу ни в какую технику. Не подходите ко мне. Остановите незаконные работы. Лен, покажи сейчас на камеру им удостоверение. Ну какое у меня с собой, у меня нету, вот там. Вот, надо, ты иди возьми удостоверение, покажи ему, а потом останавливай работы. Вот тогда это будет нарушение прямое. Пожалуйста. Какие документы? Там документы на изыскательские работы. Так что все нормально. До драки не дойдет, не позволим. Не позволим до драки. Что ты в камеру-то смотришь? Я на вас посмотрю. А ты что вы руками трогаешь? Смотрите. Опа, ударил об дерево его. Ударил об дерево его очень сильно. Зачем вы на меня нападаете? Я здесь вот, теперь показывай на камеру. Вы на меня нападаете, я вас боюсь. Как он? Так, теперь ему показывай на камеру. Вот не ему, а тот, кто работает. Тот, кто работает, показывай на камеру. Да, вот ты показываешь ему на камеру. Остановите работу, вас предупредит инспектор. Вот. Все, это для полиции пойдет. Что меня трогает? Она едет. Вам инспектор сказал. Вам инспектор. Вы сейчас инспектора будете трогать. Вам он предъявил документы. Она инспектор. Она предъявила вам документы. Вы сейчас будете на нее нападение. Это значит на служащего. Будет нападение. Давайте. Я жду. У тебя будет нападение на служащего государственного. Вот смотрите. Вот смотрите. Инспектора как отталкивают. Инспектора ДПОС отталкивают.
инспекторы госприроды отталкивают. Посмотрите. Чего не хватает, Жень? Смотри, щупает за груди. Посмотрите. Время не ломается. Посмотрите, за груди трогает. Ты что делаешь, Жень? Отпусти меня. Чего? Плеха. Вот. Я знаю. Он нащупал, насладился. Так, смотри, что делается. Смотри, что творит. Со всех сторон. Меня щупает. Он щупает, да? Меня щупает. Он щупает. А ты считаешь это сексуальным домогательством? Да, это было сексуальное домогательство. Да, это до малолетки сексуальное домогательство. Все нормально. Он щупает тебя за груди, я вижу. Он тебя щупает за груди. Все, я вижу это. Это будет полиции указано, что он щупал тебя за груди. Смотрите, он щупает за груди его. Взрослый мужчина, это самое, сексуально домогается до маленького ребенка. Пожалуйста. Смотри, что творит. Егор! Так, тут инспекторы еще тут докапываются. Это до инспектора докапываются теперь, посмотрите. Тут еще до инспектора докопались. Тут до инспектора докопались. Вот еще. Егор, ты сам согласился, чтобы он тебя так нет, вот щупал? Нет, я не соглашался, на меня нападал, он меня щупал. Он у меня сексуально домогался. До простого прохожего, я просто ходил здесь. Я не только. А еще один начинает тут тоже какое-то действие делать нехорошее. Вот смотрите, на тракторе Кельский крест. Смотрите, что творит. Смотрите, что творит. А вы знаете, что вы подходите под нарушение? Господин шофер, вы знаете, что вы подходите под нарушение? Вы работаете там, когда народ стоит. Я вас предупредил. Все. Я вам еще раз говорю, вы сейчас постоял под ковшом люди, а вы работали. Вы, я вам сказал, ясно понятно, вы сейчас работали, когда люди стояли под ковшом. Это нарушение. А, я вам уже рассказывал, что если... Вот, сейчас это опасно. Вот сейчас человек стоит под ковшом. Сейчас это опасно. Это опасно. Ну, это все равно опасно. Потому что вы нападаете. Вы нападаете. Вот опять продолжают работать там, где люди опасны. Смотрите, что делают. Смотрите, что делает, смотрите. Пусти меня! Пусти! Отстаньте от девушки. Он меня прижал, вот толкает. Он, да, он тебя щупает, я вижу. И я видел, как он тебя трогал за груди, тоже видел. А вот сейчас у меня, у тебя тут 144 идет, загораживание, мешание журналистов. Не, я стою здесь. Ну, я вижу, вы ходите прямо под мою камеру. А это 144 статья Уголовного кодекса. Смотрите, обнял ее так нежно. Посмотрите. А как девушку еще можно обнять? А если девушка не хочет? Согласие. Если девушка не хочет, только с ее согласием можно обнять. Не подходит. Я ж не ну, нет, она не подходит. Она это вы к ней подошли. Видела. Это на видео это видно. А что вы над ней, вы подошли. Личное пространство. Так она хочет идти, а вы ей не даете пройти. Вы не даете пройти. Вот дорожечка, пожалуйста. Это не дорожка. Дорожка вон. А тут нету места. Так, смотрите. Так, что такое? Смотрите, смотрите, что творят. Смотрите. Смотрите, что творят. Смотрите, что творят. Вот они. Вот, это недочеловеки, я могу сказать сразу. Недочеловеки. Недочеловеки.
Мне тогда было плохо. Да, обед. Приятного аппетита. Мне было плохо. Пускай Мелисса. А вон полиция. Зачем надо? Очень плохо, не мог идти. Приятного аппетита. Спасибо. Да, на обед, обед. Обед. Вот полиция. Хорошо. Не, не перекур, там продолжение следует. Вон едет продолжение. Все равно зачем надо вот так. Вот, сейчас едет продолжение. У нас пострадавший. У нас пострадавший. Вот сейчас едет пострадавший. Оу! 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 Какие признаки отправляются? Милиция. Полиция. Какие признаки? Я вам сказал то, что где был. Какие у тебя признаки? Что тебе плохо? Ты задыхаешься, у тебя голова кружится. Да, у меня кружится голова, так как вы меня толкали в дерево, так как вы трогали мою грудь, вы меня щипали, толкали. Я тебя щипал. Выворачивали руки, да, вот эти. А, то есть то, что тебе выворачивали руки или щипали за грудь, у тебя закружилась голова. Потому что вы меня так же толкали в дерево, это было сятно, как найди вот это моя, письмо. Как моя голова ударилась письмо в дерево. Письмо а, ты голову ударился, поэтому тебе стало плохо. Да, у меня сейчас кружится и болит голова. Хорошо. А почему ты провоцировал и стоял перед зайти? Подождите, а какой техника? Здесь дорога, которую можно спокойно ходить. Здесь находится дорога под конец. Ограждения нету. Как ты провоцировал? Никто никого. Кто? Вот товарищи полицейские, пусть разберутся. Здравствуйте. Так, кто кто рабочий? Ну, сейчас посмотрим. Рабочий на обиде. А тут представитель рабочий. Можно написать, пожалуйста, заявление вот. На кого? Раз. На инспектора, да? А можно нам тоже написать заявление? На инспектора, да, почему нет? Ему тоже наверняка. Эти два человека, товарищ полицейский, они меня толкали, выворачивали руки. Ну, пойдемте к машине, тогда будем. Да, все на видео запечатлено. Да, как вы толкали. А подождите, господа полицейские, а можно вас обратить внимание? Пожалуйста. Пойдемте, обратим внимание. Нет, подождите, нам здесь надо обратить внимание. Пожалуйста, давайте объяснимся. А я, конечно, как журналист не имею права спрашивать, но я спрошу. Где ограждение, что здесь производится работа? Это первое. Это первое. Деревья почему не ограждены? Это второе. Это второе. Отсутствие щита. Что здесь происходит? Это третье. Четвертое. Вам сейчас человек покажет. Сейчас покажет вам письмо, в котором написано, что все работы прекращены. Эй, ты журналист, ты нейтрал. Смотри. Вот, я нейтрал. Нейтрал. Ты должен быть не за тех и не за тех. Нейтралитет. Вот. Я поснимаю его, слышишь? Иди подойди, поснимаю его. Да я уже поснимал, я спросил все. Надо воды выпить, мне вода. Ну, сейчас вот пишут. Все. Пишут. Так, вот полиция нас уезжает. А что, Ир, что здесь было? Ну, к нам приезжал наряд полиции, так как тут у нас уже пришли эти бандиты и начали бить людей. Полиция приехала вообще в полном адеквате. Они приняли заявление, это раз. Во-вторых, они хотя бы посмотрели документы. То, что мы им показали, документы из ДКР об окончании работы, то, что показали со стороны работников документы. Ну, угу. Полиция оказалась адекватной. Они прекрасно увидели, что документов на работы нет, и сказали, если документов нет, работ не будет. А если работы будут, то они вернутся и всех увезут в отдел. Да, все понял. А, Елена, вы можете что-нибудь добавить? Ну, вот сейчас нам сейчас и... Сейчас посмотрим, насколько будут соблюдать они указания полиции. Ну, тогда они поедут по 19.3. Да. Если они сейчас начнут работы. Да. Вот и все. И вот я смотрю, 6-1-1-3, товарищ 4, побежал. Да, еще кроме всего прочего, мы были свидетелями, как господин Искандер от стройстандарта, он пытался воздействовать давить на полицейских. Угу. Он позвонил начальству и передал трубку полиции. Я уже не знаю, о чем они говорили, но полицейский сказал, можете на меня жаловаться, можете делать, что хотите, но я разрешения на работу не вижу, поэтому работы я останавливаю. Угу. Ну, такая позиция полиции очень правильная была. Вот, то есть вот правильно полиция ясна. Правильно, абсолютно. Они говорят, да, мы, может быть, не все понимаем в природоохране, но мы видим, что документов на разрешающих угу. работы нет. Угу. А нет документов, пожалуйста, уезжайте. Все понял. Спасибо большое. Спасибо. Заявление написано, так я понял? Заявление одно, написано. Два. Написано одно заявление. Там указаны о том, что было нападение и просьба принять меры. И также на незаконные работы. Угу. Все понятно.